благодарности. И как старшего коллеги слова на слушание. Да, действительно, я поступал сюда очень давно. К сожалению, не получилось первого захода закончить. Это была экспериментальная группа спортивного менеджмента, которые не все дошли до конца и получили диплом. Но, тем не менее, взял себя в руки, нашел силы, реабилитировался, восстановился и добился все-таки высшего образования, к которому долго шел. На все ушло лет, наверное, 8 или 9. Чтобы представлять, с перерывом с большим, да. Ну, сегодня вот я стою вместе с вами, получаю диплом, несмотря на разницу в возрасте, все равно чувствую, что передо мной специалисты высокого уровня, и я надеюсь подтвердить это же звание, но уже в дальнейшем в магистратуре. И вам желаю, конечно же, дальнейшего развития не только в работе, но и в учебе, чтобы ваш класс рос вверх, все выше и выше, как у нас в спорте, добиваться самых высоких вершин и целей. Поэтому вам желаю всем вперед, идти до конца, и шагу назад, и новых побед.